Мы входим как шахмат, как спорт, входит в десятку самых массовых. Но меня поразило, что там волейбол 1 400 000, многие другие виды спорта имеют плавание даже больше. Больше плавания. То есть, хотя для шахмата, для того, чтобы заниматься шахматами, нужны такие затраты, как бассейн или волейбольная площадка. И это индикатором будет количество людей, которые занимаются шахматами. Если мы подрастем там до уровня 700 тысяч или до миллиона, это значит есть результат. Если мы остались с 550 тысяч, упали до 300, до 200, то тогда это говорит о том, что цель неправильная. А спортивные цели? Ни о чем не говорит. Просто вы очень честны. А там ребята ставят какие угодно цифры. Для этого есть федерация. А там же Министерство спорта дают данные для региональные дают данные для Минспорта. Никто их не проверяет. Извините, пожалуйста, на спортивные цели. Первые цели, конечно, самое главное, это надо вернуть лидерство в детских шахматах и мяч. Это первое. Потому что будет, если будет, мы будем выигрывать чемпионат мира среди юношей, там, или среди девушек, значит, у нас будет будущее. Значит, мы сможем выигрывать и большие соревнования. Ну а наших великих шахматистов, конечно, надо поддерживать. Отдельную корону. Корону? Но кто сможет, такой поддержит.